Друзья мои, просыпаюсь каждое утро и просто страдаю. Страдаю из-за того, вы знаете, что вот смотришь на блогеров, все живут какой-то счастливой жизнью, в каком-то раю, можно сказать. А я вот в этой скромной маленькой квартирке, можно сказать, в каморке живу. Всего каких-то 300 метров, у людей по 6 тысяч метров дома. Но неужели нельзя мне уже, как говорится, и Ане Калашниковой выдать какие-то метры? Понимаете, мы живем в гостинице, нам негде просто буквально развернуться. Анечка, я страдаю каждый день. Просто надоело захлебываться в этой нищете. Когда у нас будет 5 этажей? Ну, нам надо же хотя бы 6 тысяч метров, Анечка. Конечно, хотя бы 6. Я тебя вижу раз в день, я должен видеть раз в месяц.